Для того, чтобы почистить клавиатуру, не обязательно тащить ноутбук в сервисный центр. Это прекрасно можно сделать в домашних условиях. Для этого нужна будет кисточка, пылесос, влажные салфеточки и тряпочка из мягкой ткани. Для начала из ноутбука достаем батарею, кисточкой приподнимаем пыль между клавиш, после чего собираем ее пылесосом, желательно с тоненькой насадочкой и на маленькой мощности, чтобы пылесос не затянул в себя кнопки. После чего влажной салфеточкой протираем саму клавиатуру и стираем влагу мягкой тряпкой из микрофибры. Слишком мокрой тряпкой ноутбук протирать нежелательно, потому как может привести к выходу из строя клавиатура, а то и всего ноутбука.